Ребятки, привет! Ну что сегодня? Вабик, смесь специй. Попробуем, как она себя покажет. До этого вроде почти все прикормки так неплохо себя показали. Ну вот попробуем, как я покажу специи. Ну, по идее, они вроде должны быть очень ароматные такие, бросаться как-нибудь на рецепторы, ну, действовать рыбы. И может приманить ее тоже неплохо будет. Но посмотрим на деле. В общем, сейчас посмотрим, из чего она там состоит, как она, гранулы какие будут. Вот, ну и будем опускать водичку. Это уже готовая, кстати, уже готова прикормочка. То есть сразу открыл и воду, и все окей, не надо замешивать. Ну вот, смесь специй, в принципе, вот такие гранулы получаются здесь. Ну и семечки какие-то видны, вот, и что-то еще непонятное. Ну, пахнет, да, приправками какими-то. Вот. То есть, такие вот гранулы именно специи идут. Ну, все-таки от смеси специй ожидал большего результата. То есть, как бы, я надеялся, что они на рецепторы рыбы будут больше реагировать и как-то собирать ее в кучу. То есть, а здесь видно, что она... Ну, рыба, наверное, собралась на самом первую пыльцу и... Где-то в час где-то снимал, сколько там... Ну да, где-то час я снимал. И вот она пару раз только появилась, и то так нехотя проплыла, посмотрела. Прикормку даже, как бы сказать, и не пробовала эту. Возможно, сразу, что еще падали кусочки, то есть приобрели какую-то рыбу рядом стоящую. Да, на деле получилось, что рыба не пробовала эту прикормку, и в кадре только пару раз попадалась, и все. То есть сама прикормка ей вроде как бы неинтересна была. Если даже сравнить с результатами предыдущими этой же фирмы, вот возьмем шоколад. То есть там рыба стояла, собралась, она стояла, даже пробовала эту прикормку как-то на точке. И... А здесь она просто проплывает. Ну, наверное, на еще падающие частички и все, по сути. Также оставлю ссылочки на предыдущие тесты с этим вабиком, с разными прикормками. Смотрите, переходите. Надеюсь, будет полезно. Все, всем спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.